нет. Мне не хватает только напиться. Это я, впрочем, держу в уме. Пусть и скачут курсы валюты, пусть и кранов несут дребедень. Я все равно скажу доброе утро. Я все равно скажу добрый день. Кошки продолжат резвиться с мышками. Даже в кризис рождаются мышки. Мы не имеем проблем с излишками. Потому что не знаем, что такое излишки. Серые волки тусуют с овечками. Веселый мангуст обнимается с коброй. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Пусть он действительно будет добрым. Так, ну мне кажется, что я зашел на собрание райсобеса. Давайте еще раз попробуем поаплодировать. Вот другое дело. Я рад действительно всех приветствовать на содовом четверге. Для начала хотелось бы объявить благодарности непосредственно клубу Big Ben за площадку, без которого нас здесь не оказалось. Аплодисменты. Новостному порталу «Тверьград» аплодисменты. Не волнуйтесь, не так много. Объединению «Соус Медиа» за информационную и организационную поддержку. Саше Соди за мерч для розыгрыша. И любовь Абракадабру за всестороннюю помощь. А сейчас позвольте представить слово организатору. Саша Сода! Собственно, организатор, создатель и главный идейный вдохновитель мероприятия сегодняшнего. Привет! Всем здравствуйте! Вас, конечно, не очень видно, но всех, кого я видела, еще раз привет! Немножко расскажу о нашем проекте. Это наше второе мероприятие. Первое было летом. «Слушай лето» в Ботаническом саду. Может быть, кто-то присутствовал на нем. Похлопайте. Отлично. Это наш второй такой небольшой проект. Мы назвали его «Содовый четверг». Я съездила в Москву на литературные понедельники как раз к Арсу Пегасу и поняла, что в Москве огромное количество очень талантливых музыкантов и поэтов, которых обязательно нужно привести к нам и познакомить с нашей публикой, с нашими поэтами. Вот, собственно, так и родился «Содовый четверг», потому что, ну, я была таким коммуникатором, главным идейным создателем. Вот. И мне также, в свою очередь, хотелось сказать слова благодарности «Соус Медиа», которые мне очень помогли в информационной поддержке и в организационной. Где вы, «Соус Медиа»? Выходите! Здесь работает. Всем привет. Я он, Соус Медиа, и еще здесь есть ребята, где-то они там ходят. В общем, мы помогали этому фестивалю работать. Фестивалю или вечеру? Вечером мы помогали ему работать. Мы будем продолжать движухи максимально дальше. Если кто не знает, то у нас есть такие фестивали, как «Лаваш», поэтические слэмы, поэтические открытые микрофоны. И, кстати, открытый микрофон... Ой, нет. Слэм. Слэм будет 13 февраля, поэтому, ребятки, кто сегодня вдохновится поэзией, милости просим на наш слэм. Есть возможность выиграть бабки, все любят бабки. А, он будет в баре «Калинин». Да, и там тоже будет очень круто. И вообще мы занимаемся всей творческой движухой в Твери, точнее, только начали как компания этим заниматься и собираемся продолжать это дальше. Поэтому там ссылочки здесь не будет, но будет в описании где-нибудь там в паблике, поэтому там подпишитесь, кликните туда-сюда. Вот, ребята, спасибо, что собираетесь, поддержите это творческое движение в нашем городе. Спасибо всем. Надеюсь, вечер сегодня для вас будет очень приятный и классный. Давайте попробуем к гостям! Так что я передаю слово нашему ведущему. Вот, так что наслаждайтесь. Мы очень надеемся, что вам понравится. Большое спасибо, что вы сегодня с нами. У нас вечер множественных передач, потому что я передаю слово первому выступающему поэту. Помимо этого, это прозаик, блогер, написала рукопись в поддержку часовни в селе, из которого родом, пропагандирует традиционные ценности и творчество. Встречаем на сцене «Содового четверга» Люба Абракадабра!
Здравствуйте, меня зовут Люба Абракадабра. Буду читать стихи собственного авторства. Мои слезы, моя печаль. В моей кружке недопитый чай. В моих глазах недоспатый сон. Мои дети орут в унисон. Забирает все силы декрет. Я не помню вкус целых конфет. Зато на форумах частый гость. Все эти льду, будто в ней есть лосось. Да, однажды дети взрастут. Я забуду, как оно было тут. Но пока недопитый чай, мои слезы, моя печаль. Как быстро растут дети, чужие, не свои. Свои растут не быстро, а мгновенно, и разбегаются у них свои пути. Храните детство, ведь оно бесценно. Сквозь пальцы пропустила капли материнских бус. Вышла на сцену стендапа, стою и боюсь. Родители ушли, бросили, как в детстве на сенокосе. Только волосы мои вплетены не в косички, а в проседи. В остальном все та же лужа у просеки. На дне той лужи было много ила. Но я ту лужу больше, чем себя любила. Она воспитала меня спокойной и терпеливой. Каждый день, в любую погоду, лужа точит камни и проталкивает воду. Сколько топтали ее сапогами резиновыми, колесами телег бензиновых. Лужа лежит, лужа точит камни, лужа проталкивает воду. Такая природа. Начну я делать свою работу. Но вянет в моей вазе пожелтелый цвет. Он уйдет не сразу, он отдаст весь цвет. Рос он в поле чистом, был полит дождем, солнышко лучистого блеском защищен. Но и там есть руки, оборвали жизнь. Что тебе те муки? За себя держись, не клони ты вяло голову ко мне. Стой последним словом правды на земле. Белыми хлопьями снег обнимает землю, находит случайный ночлег и падает к ногам степенно. Может быть, завтра или к весне пушистое одеяло растает, но пока потеет пенсне, задорно холод в льдинках сияет. Может быть, в этом и есть смысл, в этом, может, и есть счастье. Падать не вверх, а вниз, но сохранять себя настоящим. Отдам последние 100 рублей, не заботясь о завтрашнем дне из вредности. Стала я по жизни смелей. Смиренный снег научил степенности. Не надо о мертвой скорбеть напрасно и постить 100-тысячный грустный стих. Вокруг столько хорошего и прекрасного. Открывайте сердце и любите живых. Погибшим не нужны ваши памятники величиной с пятиэтажку и ценой с лимузин. Купите лучше в детский дом пряники. Это полезнее самых горьких слезин. Смерть наступает, она естественна, как земля, как небо, цветы и солнце. У каждого внутри доброта божественная. И чем больше отдашь, тем больше вернется. Я знаю, мы встретимся на небесах. И там будем читать стихи и петь песни. Расширить бы свой словарный запас, чтобы у всех, как у всех, а у меня интересней. И я не успела напиться красного, насмотреться на море и вырастить детей своих, а еще вокруг столько хорошего и прекрасного. Открывайте сердце и любите живых. А если вы птицы, то взвейтесь над облаками из последних сил, сколько возможно. Не стращайте нас похоронами, хоть в быту выжить птицей сложно. Но в каждом сердце чирикает песня о свободе и солнце Всевышнем. Птицы, взвейтесь все выше и выше. Пусть вам 70, времени вышло, и пока может нос втянуть воздух. Наслаждайтесь прекрасной весною, залезайте на ветки деревьев и давайте народ беспокоить, каркать всем, чтобы расстроить гнезда и любить до последнего вздоха. Верю в птиц, будто ими мир создан, и скажу вам, что создан неплохо. Спасибо. Спасибо. Давайте еще раз поаплодируем Любе Абракадабре. Это смело открывать вечер. Хотелось бы на последнее стихотворение автора ответить.
То ли радость, то ли горе, толерантность аллегорий. Очень много совпадений. Вижу Бога в предвесенней тьме заката, пляски стужи, виновата, тают лужи. Спят погосты, спят селения, спят деревья и леса. Очень много совпадений переходит в чудеса. Спасибо. Это был не второй участник, это был ответ ведущего первому участнику, то есть меня. Участник же «Содового четверга» под номером 2 Николай Ратников, он же Никола Эры, участник группы «Еда». Голос современного слабоблудия. Труженик пера, всегда запинается, читает с листа, прям как я сейчас. Лирика спорная, но она есть. Ругается матом, что как бы намекает. Автор твой современник. Встречаем на сцене Николая Ратникова! Добрый вечер. В Твери начинаю уже не первый раз, обычно с этого стихотворения. Сказали, что если не будет детей, то можно. Нас ничего не связывало, так если только чуть-чуть. Когда я трахал ее пьяной, а после пытался уснуть. Но этого не выходило, ведь в комнате было душно. И я ебал ее снова, хуй положив на чувство. Добрый вечер. Когда я собирался в кино, она говорила, что это неправильно. Не то чтобы фильм не тот, просто вокруг все какое-то рваное. И после подумав и покурил, я расхотел тоже. А да и актер на главную роль, на Петика очень похожий, прямо с постера меня убедил. Колян, нахуй надо? И, блядь, я пошел один с двумя проходками в кармане, мимо ебучей Яузы или Москвы-реки. И времени прямо по сердцу тяжелые сапоги. Еще раз добрый вечер, я поражен. Хочется всем. На кассетах моего отца порнуха. Я усмею смотреться вдоволь, пока он не придет с работы в 7. Я самый главный преступник, и мне вроде 10 лет. Мои подарки под елкой, гирлянда горит, и по комнате праздничный свет. Следующее стихотворение называется «Съехал», оно к классике. Лучше сразу инсульт и в кому, далее куда повыше, чем думать хоть о чем-нибудь. Ведь у мыслей очень хорошая слышимость. Глаза выдают пиццоницу. 23 январь, я всегда привязываюсь к датам. Мне в лицо смеется календарь. Я свожу с ними счеты, слова в блокнотах и прочие сублимации чувства. Знай, в них столько же смысла, сколько и одиночества. Как Москва петушки Ерофеева, как есенинская черная кровь подступает к горлу комья и сгорает потом, как торф. На болотах утром все стихнет. Я пытаюсь расслышать эхо. Я лежу на полу в квартире. Я, наверное, совсем съехал. Вы отличная публика. Я вас всех очень люблю. А это бородатому Никитосу. Никитос, человек обычный. В общем, короче, для тебя. Я смотрел, как летит бутылка, ослабляя после себя осколки, как падающая звезда в слоумо, только красные капли на кедах картину немного портили этого теплого вечера из самого холодного города. Я хотел с тобой говорить, но не помнил твоего номера. Вечер уносит запахи моря, из глаз скидывает воспоминания, расстояние не пугает больше, как и различные состояния. Чепс желаний, имен и слов, главы в книге с названием было. До свидания нельзя говорить, если есть на прощание силы. Если каждый момент настоящий, то и бить нужно наверняка, несмотря на холодные зимы и оборванные провода, на пустые бутылки в прихожей, на попытки бросить курить. Если есть на прощание силы, сила. До свидания. Нельзя говорить. Я надеюсь, ты скучала и помнишь мой номер, и глазами искала меня среди пассажиров. Знай, я там же стою на станции, просто поезд проехал мимо. Глаза, руки и волосы, кровать и чужая квартира, пятерка по географии, на стене карта мира. Лет 15 прошло, наверное, иней белел на окнах. Она была красивая, Teen Spirit играл в колонках.
Ладони теплые, твои ладони теплые, и нет ничего плохого в том, что они меня трогают. Плохое, если подумать, оценочное суждение, как и хорошее тоже. Теряются слова во времени, которое остановилось в этом моменте вечности. Она целиком поместилась в вечер холодного месяца, где мы в молчании замерли. Твои ладони теплые, любое слово лишнее, любое слово против. Подари мне баллон с белой краской, я закрашу им стены всего подъезда, которые испачканы всякой грязью. Белый цвет — это цвет надежды, когда куришь два ночи на лестничной клетке, когда жизнь измерена километрами. В квартире напротив орут соседи, мечты все равно остаются светлыми, блестят, как песок на детской ладони, эхом уходят вглубь коридоров. Хочется верить, что все они сбудутся, хочется больше таких приходов. Утро кидает свое покрывало, от дыма воздух становится вязким. Я так хочу от тебя в подарок железный баллон с самой белой краской. Не прислоняйся ко мне, ведь большими буквами написано, чтобы не было отпечатков на грязном стекле, и при открытии дверей ты не разбилась. Для тебя же орут осторожно динамики в каждом вагоне поезда, а ты в наушниках слушаешь музыку и любишь меня бессовестно. Голосовое сообщение. Привет! Я так до тебя и не дозвонился, но ничего страшного, ведь услышать твой голос было единственной целью звонка. Поэтому разговор все равно бы не получился. Возможно, еще встретимся, друг. Пока. Город слишком большой для человека, у которого нет времени, его проблемы, отсутствие сна и мотивации делать хоть что-то со своей жизнью, кроме как запирать себя в клетку общественного транспорта. Полученное сообщение потерялось в делах и встречах, и пятая кружка кофе утопила его уже следующим вечером. Человек не помнил о нем, засыпая под любимый сериал в комнате квартиры недалеко от центра, который уже четвертый год снимал. Они так и не встретились. Человек и Горлс, который называл его другом, тем не менее, в памяти телефона до сих пор хранится то самое голосовое сообщение. В голову целятся чужие разговоры, и нет никакого сомнения, твои слова стали бы контрольным выстрелом в затылок нашего времени. Хорошо, что оно уехало, получило визу и успело свалить. Не оставило никаких контактов, только надпись в подъезде, блять, надо забыть. Да ничего сложного, у людей короткая память, которая боится живых и свидетелей не оставляет. Все из ничего и ничего из всего. В твоих руках даже зимой летнее тепло. Во всяком случае было так. Память подводит иногда, тем не менее, эти слова стоят вырванного листа, как и глаза, наполненные ничем. Между нами стена высокая, и она насовсем. Обними меня, пожалуйста. Я знаю, что тебе не сложно. Это такая передача тепла, когда на улице холодно. Ты можешь взять мою руку, если пальцы замерзли, или укрыться под моей курткой, и мы будем стоять молча. Вариантов намного больше, и пусть даже из жалости. Обними меня. Обними, пожалуйста. Дверь подъезда скрипит. Лужи наполнили двор. Небо впитало копоть. Стройки, что там за углом. Запах сырых подворотен и эхо моих грязных слов. Это такая зима. Это такая, блядь, любовь. Тусклые огни. Говори, 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 пусть твой голос звучит снова вместе с эхом наших шагов, что дергается внутри струнами песни знакомой. Вот вам сладкая мякоть стиха. Я сам себя бубил под дых, потому что твои слова ярче картин любых и больнее пореза стеклом. Отпусти мою руку, пожалуйста. Уходи, уходи, уходи. На сегодня вполне достаточно. Всем хорошего вечера! Слушайте, ну я как будто вернулся на 10 лет своего прошлого концертного. Так привычно теперь стоять на сцене. Я тоже любил швырять листки.
Николай Ратников. Алаверды, четверостишье. Думаешь, я забыла тебе, дура? Нет уж, милая, шиш. Насморк, головная боль, паранойя, температура. Очень занятным оказался гашиш. Ну а сейчас на эту сцену поднимется человек, который в представлении уже не нуждается. Но я должен соблюсти протокол. Это главный организатор сегодняшнего вечера, Саша Сода. Под аккомпанемент Станислава Лагутенкова. Я надеюсь, правильно сказал его фамилию. А чего так тихо-то, ребята? Давайте встречаем! Всем еще раз добрый вечер. Сплошная возня коллег, и мне в ней так нравится плакать и причитать, и когда я снимаю с нее камзол, целовать тишину, как дождливую зиму, сто разлук, и сердце манит, там ясный лес, разлитый угол его локтя, оно все дразнит и вызывает интерес, покуда смотреть нельзя, и собирая в охапке сны о старой осени холодных лет. И если поверить, то покатится год за век и разобьет тишину, и разольется во мне. Раскал. Мне тогда не реветь, не плакать, не ранить тебя своим горячим, едким словом. В порыве нежности тупика я б надела красное платье и спокойно б себе спала. Мне б не идти по грани в этой глупой, нелепой брани, заткнуться и залезть под стол, связать узлом, замариновать и убрать в дальнее, по твою честь, этот рвущий глагол. Мне бы не метать и не собирать чемодан, мне бы сгореть, остаться пеплом в твоих руках, чтобы уж больше точно ничего не сломать. Черная, волнующая. Я бы к тебе с веслом лодкой, спасательным кругом, я бы взамен ни гроша, ни
ни руки твоей, ни сердца. Тихо идя по леске, что ни момент, то пропасть, что ни любовь, то бесформенность, то ни жар, то угли. Если б ты стихи мои слушал, а я, глядя в глаза твои, не думала о любви, глядя на тело твое полое, изгибаясь вдоль ключиц, и нам остается последний миг, и этот миг сегодня. И я не хочу видеть рядом с собой чужих лиц. Обволакивая теплом наших тел, и я полюблю заново все, что ты не сумел. Для самых чистых помыслов предназначен юг, для верных отмерен запад. Но я нашла в тебе и омут, и приют. Ты и есть мое завтра. Пока дикий охотник пытается спугнуть змей, и пока ты сдуваешь мои ресницы, я наивно могу полагать, что в тебе есть все то, что мне так сладко снится. Толстовки мой белый волос вспоминает, как опрокидывали по три красного чилийского полусухого, смеялись, как дети, идя по земле. А потом снова будни по разным кроватям, встаем с пустой головой на зари. Поставив чайник, он режет булку и задумывается о прошлом вечере и утре. Секунды на три. Это ведь бес в короткой юбке, а не женщина для любви. Вела строфу, или как Бродский играла словом, то все было бы совершенно по-другому. Хотя горячо люблю обоих, но это была бы не я. Я пишу о том, что знаю, вижу, как это нескромно о себе и о том, что предвижу, о том, что любила годами, и даже о том, как тебя не терплю. Даже если ты будешь последним листком на ветке, то можешь не надеяться и не ждать. Мне ничего не приносит счастья больше, чем простые строки о том, чем болен мир и о чем, в общем-то, стоит молчать. Круговорот стульев в природе.
Ну что ж, давайте еще раз поблагодарим Саша Сода, Станислав Лагутенков. Лагутенков, ну да, вот знаете, тоже возвращаясь на 10 лет назад, я много вел всякие фестивали, поэтические вечера. Я всегда выбирал какого-то любимчика, почему-то путал его фамилию. Прости, пожалуйста, дорогой, я немного упырь. Это мое амплуа, наверное. Ладно, но хочется ответить тоже стихотворением. Мне сложно предъявлять тебе претензии, и сложно мне с тобой пререкаться. Я лучше подарю тебе гортензии, я лучше подарю тебе акации, я лучше подарю тебе сирени, я лучше подарю тебе герани. Наверное, я просто шизофреник, забывший про условности и грани. Так, а следующего человека зовут Никита, но пишет он под псевдонимом «Человек обычный». Под загадочным и простым псевдонимом скрывается необычный тверской поэт Никита Савушкин. Никита привез в Тверь поэтический слэм и стал организатором открытых микрофонов в баре «Калинин». Никита входит в объединение «Соус-медиа», собственно, мы с ним сегодня уже знакомились, и занимается организацией больших фестивалей в Твери. Встречаем! Столько стихов, попробуем. Во-первых, добрый вечер всем. Я надеюсь, что сегодня каждый из вас найдет своего исполнителя, который будет ему близок. Я, наверное, может быть, в какой-то степени буду близок к вам всем, потому что, ну, не знаю, так завелось, что читаю не очень открыто и просто как будто сосед сверху пришел пожаловаться о том, что у него ушла жена там с детьми и прочее. Вот, типа, я на такой же тематике угораю. Также читаю. Ничего особенного. Вот такая ситуация. Подходит мужик на остановке и спрашивает: «Ты чё это, батюшка? Ведь для этого отращиваешь бороду. Или просто лень сбривать её? Или не видишь веского повода? Такие, как ты, девчонкам не нравятся. Моя бы давно из дома выгнала. Выглядишь как неряха и пьяница, как мужик с очень сложной фамилией. Если б было б так, как во времена Петра, мордой в пень, да топором херак и минус борода». Эх, времена не те. Треклятый суверенитет. Вот вроде молодой парнишка, а выглядишь как дед. Ведь это безобразие и чешется, и колется. Кустарник занимает площадь в пол лица. А может, ты один из этих? А может, ты один из тех, кто тоже вроде наши, но также против всех? Не помню точно, но похож. Затем он замолчал, ушел и сел в автобус в обратную сторону города. Знаете, но ради таких персонажей стоит отращивать бороду. Плавненько, чем по классике, немножко. Ворон девочке клевал в темечке. Тыква голова, мозги семечки. Руки крестиком, плечи обняли. Вата по небу, вот бы помнили. Если б папенька был бы с маменькой, не завял бы их цветик аленький, не лежала бы бездыханная эта девочка безымянная. Ей бы солнце луч да с очком ловить, ей бы просто жить, ей бы просто жить, но не суждено. Крепким сном пленя, примет все в себя мать сыра земля. О, ладно, ближе к
реалиям я не знаю. Сутулой собакой бежать спотыкаться. И мой удел пьянство, а твой удел блядство. Собачья жизнь, да и то уже не жизнь, а бешенство. Как будто вот тебе кусочек счастья обгрызи, но не ешь его. Руки убери, а то полетишь кубарем. По проспектам и барам в полуночном убере. На сцену выскочишь, пару слов выдавишь, пустым тюбиком скорчившись, чтобы все навсегда запомнили твою фамилию, имя и отчество. Ну что, выживешь? Вылезешь? Или сдохнешь безымянной собакой, вздыхая на привязи? Не понимая, что хорошо, а что плохо. Не понимая, что рожден умереть андердогом. Спасибо. Ладненько, тут что-то веселенькое у нас нарисовалось. Не знаю, почему людям нравится, но такое убогое стихотворение, но хрен с ним. У меня во дворе пятерочка, а у тебя КБ. И я по-любому женюсь на тебе. И мы или сопьемся, или потратим бюджет на вермишель. Ты захочешь уехать во Францию на ПМЖ, а я захочу премиал Порнохаб и ЖМЖ. Ты купишь новый плазму, а я новый нерв-бластер. Ты будешь долго кричать, а потом так же долго смеяться. В этом несчастье. Я надеюсь лишь для того, чтобы такие никчемные парни, как я, смогли найти себе телочку, строят вокруг столько КБ и пятерочек. Ну, часть текста забывается, типа, ладно, это бывает. Ну и напоследок, я не знаю, там, самореклама, там, типа, Баду, Тиндер и прочая хероборина, она для всех работает, типа. Ну, проще в барах, наверное, иногда. Эй, незнакомка, ты столько говоришь? Тогда поехали ко мне. Два тела, залитых в вине, не расплескаться бы на вас, а так, разок, словно в аду, покувыркаться вместе. Кровать не сердце. Так нет нужды мне знать имен тех, с кем я упаду. А завтра тот же ад. Да и кровать все так же. Покувыркались дважды, так можно и сказать «люблю». Точнее, жажда чувствовать, что говорю. Спасибо. На самом деле, очень приятно видеть множество людей. Кому-то что-то зайдет, кто-то не зайдет, но это прикольно. Следите за новостями, подписывайтесь и прочее, прочее. Мы же должны в Твери что-то поднимать, там, развивать и прочее. Без вашей поддержки это будет пустым звуком. Так что спасибо вам, что вы сегодня здесь, сегодня собрались. Человек обычный. В этом псевдониме сложно сделать ошибку. Следующий участник, которого я объявлю, по собственным словам, человек-оркестр. Уроженка города Твери, профессиональный художник и дизайнер, непрофессиональный писатель и поэт. За плечами не крылья, но несколько выступлений и организация московских литпонов, литературных понедельников. Предпочитает не красть у читателей его хлеб, не дает своему творчеству никакой характеристики. Но перед выходом на сцену я тоже хочу прочитать один текст. То ли радость... Простите, я его сегодня читал уже, да. Простите, я просто очень волнуюсь. Со мной такое бывает. Я прочту после, Алена Басова.
Здрасте. Я засмущала вам ведущего, да? Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Да, меня зовут Алена, и я из Твери, но живу сейчас в Москве, поэтому начнем чего-нибудь московского. Я вас не вижу. Это грустно. Спасибо. Я вижу твою белую футболку. Я перейду по твоей Курской. Куда не уедешь, она твоя. Меня настигает волна. Девушка, поезд уедет куда? Должен уехать звеня. В жутком гуле подземной жизни, в этой колкой ее суете, все, что было у нас, движение, с точки А, но не в точку Б. Только делали, что гадали, врали, плакали и росли, никаких стихов не запоминали, словно дети или цветы. Может быть, в этом страшном гуле я услышу свой гул стихов. Может, будет это в июле, может, будет это в любовь. Я не знаю, и врать не следует. Все тому, кто бежит в метро, может быть, это поезд следует вплоть до Марьиной и в депо. Спасибо. Напоминаю себе слепого художника, пианиста без пальцев рук, безалаберного картежника, тупого кандидата наук, когда дело касается звуков, строк, вылетающих изо рта, я чувствую, как звенит внутри оглушающая пустота. Спасибо. Слова. Поэт пишет словами. Ой, какие нужны слова! Как словами опишешь ты ветер, как словами опишешь ты светел, как словами откроешь глаза. Будут мне все слова враги, будут мне все интриги правдой. Я запомню один лишь запах кожи куртки и блеск воды. Я запомню твои глаза. Хорошо, что еще не пьяные. Все поэты немного странные, все художники дураки. Спасибо. Давайте о любви чуть-чуть. Поезд идет, а июльским запахом в нос пробирается лето. Вот уехал мальчик, сажень в плечах, слово без ответа. Искры и поезд мчится, неведомо мне куда. Ты бы приехал солнечным светом, музыкой в проводах. Я ведь однажды не выдержу, я ведь однажды сбегу прямо в синее небо, разлитое на берегу. Прямо из душной мороси, прямо из суеты, роняя большие горести, сладко пахнущие сады. Ну, давайте про поэтов немножко. Ребят, стойте. На планете много людей. Многие пишут прозу, некоторые про бледей. Всем помогают ноги бежать быстро и горячо. Сыночки, дочки, эпохи целуют друг друга в плечо. Простая пошлая рифма, слог примитивен и скуп. Вконтакте на стеночке постик лайкнут 3000 подруг. Кто-то напишет томик, кто-то издаст альбом. Я же бегу через холмик, я же пишу диплом. В этом огромном мире каждый, кто платит, поэт. Я же в съемной квартире оплачиваю интернет. Спасибо. Если будут слова, будут строки. Если будет кому отвлечь, я их не напишу. Господи, мы твои крохи, разбросанные по столу. Спасибо. Сесть в пустой вагон, отряхнуть с ботинок ромашки. Лето, не мсти мне дважды. Лето, я ни при чем. Просто слова текут, я собираю их в горы. Вот бы увидеть море скорее и затонуть. Посмотри на меня, кто я, теперь бегущий по лужам, наступающий в каждую обезумевший человек. Посмотри на меня, что от меня останется, кроме книг, винила и памяти. Что останется миру этому, кроме файловых документов, кроме осени, обжигающей глаз моих фонарей. Спасибо.
Я не растаю снегом, я тут чуть-чуть подольше. Я тут чуть-чуть потише, больше и тяжелее. Снег удивителен тонок, снег удивителен быстр. Он удивителен в смыслах. Я легче и веселей. Быть может, наша жизнь — дорога без конца, и я пишу, как все, кто были прежде, ношу их губы, голоса, одежды. Быть может, я — густая синева, я — отблеск света в краешке луны, а в сердце гул — кусок большого взрыва. Писал поэт, что женщина, как свежая могила. Писал поэт, пишу теперь вот я. Вы слушаете? Я вам говорю, кричу, шепчу и плачу, все умею. Мне дали свет, пустили в темноту, сказали грей. И я теперь согрею тебя, меня, кричащие внутри. Все наши строки, все стихотворения, пока не сменит кто-то на пути, как лошадь, загнанную в пене. И кто-то ярче, точно он светлей. Придет сюда точеный и крылатый, моими строками пронизанный, как ватой, игрушкой у слепых детей. Он будет говорить мои слова, он будет обнимать моей рукою, и будет свет, струящийся из глаз, и вечность пролетать над головой. Спасибо. Алена Басова. Я видел, как входит группа захвата. Я видел у смерти глаза угольки. Я много вообще чего видел, ребята. Но лучше давайте про дом у реки. Там тихо, светло и безмерно спокойно. И тикают ходики в старых часах. А рядом у дома стоит колокольня, и ветер играет в твоих волосах. Спасибо, объявляется антракт 10-минутный. Thank you.
Я
Ну что, друзья, даже те, кто еще курит или просто дышит свежим тверским воздухом, который определенно свежее московского, заверяю как человек, который неоднократно был в обоих этих городах, услышит, как начнет свой сет группа из прекрасного города Одинцово, в котором я тоже был, и там тоже воздух свежий. Итак, группа «Ноль метров до неба», встречайте! Спасибо, Тверь, привет, первый раз в вашем городе. Спасибо Саше Соде, спасибо всем, что пригласили, те, кто к этому был причастен. Спасибо вам, что пришли. Thank you.
хочется. Вижу радость в глазах поверх одиночества. Я цепляюсь словами, цепляюсь к твоим словам. Все окутано тайной, пора бы по домам. Песни только пишем, поэтому только песенки, да. Мы за мир во всем мире, там все дела, в общем, это. Раз, два, три, четыре. Люди не меняются, исправлять других глупо и зачем? Кто ведь как живет, тот так и кривляется в колесе проблем. Я смотрю на мир теплыми стекляшками, и словами мне все не передать. Поменяться бы с кем-нибудь рубашками, чтобы не скучать. Мое последнее желание и до свидания. И все вокруг запалено без оправдания. Любые начинания, твои признания стоят откровения и понимания. И все мои сомнения без сожаления. Прошла эпоха гениев и неделимых. Остались только геи и тупое движение. После 30 загнивает молодость. Вместо крови нефть брызжет как слюна. Что у всех вокруг, кроме своей гордости, только пустота. Некуда бежать, негде больше спрятаться. Каждый день прошел на ступеньку вниз. Что умеют все пить, курить и трахаться, это наш девиз. Мое последнее желание и до свидания. И все вокруг запалено без оправдания. Любые начинания, твои признания, за гранью откровения и понимания. И все мои сомнения без сожаления. Прошла эпоха гениев и неделимых. Остались только геи и тупое движение. Люди в восхищении от этого времени.
Спасибо большое. Следующая песня называется «Добрых снов». Немножко лирики. Ну, да, попробуем. Раз, два, три, четыре. Возвращайся вновь и сохрани меня на рисунке в тетради. Ты мой самый нестандартный вид, незамыленный звук и удачный слог. Я пишу лишь так, как велит мне теплота твоих рук и упрямый бог. Самый нестандартный трюк и опасный прыжок. Баумгартнера раскрываю свой парашют и оставляю рекорд. И мне пора. Добрых снов под музыку спринов. И я уже готов обнимать тебя сзади. Добрых снов. Возвращайся вновь и сохрани меня на рисунке в тетради. Возвращайся вновь и сохрани меня на рисунке в тетради. Спасибо! Добрых снов под музыку с прямов. И я уже готов поднимать тебя сзади. Добрых снов, ты возвращайся вновь и сохрани меня на рисунке в тетради. Добрых снов. Спасибо большое. Последний наш трек называется «Так должно быть». А это... Ну, типа там о любви, короче, они сбывшиеся там. Типа нравится девочка, а ты ей не нравишься, и все плохо. Нет, на самом деле все хорошо. Но это типа. Еще, Артем, погнали. Раз, два,
не кажется, мне не кажется, это ты появилась здесь. Да и ладно, не моты, я не могу сказать ни слова. Я молчу, пропавший в синем блеске твоих глаз. Все не вяжется, добря, все не вяжется с тобой. И останется во мне невидимая боль. Ты не услышишь, как я здесь тебе кричу. И каждый день жду следующий раз. Мне так хочется сказать столько о тебе и никогда не потерять. И это все, что я хотел приобрести и сохранить до вечности тебя. Жизнь проносится, как сон. Среди тусовок, вечеров, чужих людей со всех сторон. И в СМС такое странное, иди нахуй. Я не виновен в том, что ты нужна. Но это все останется, как есть сейчас. Тебя мне не забыть. Я не увижу больше блеска этих глаз, и так должно быть. Это все останется, как есть сейчас. Тебя мне не забыть. Я не увижу больше блеска этих глаз. И так должно быть. И так должно быть. Сейчас тебя мне не забыть. Я не увижу больше блеска этих глаз, и так должно быть. Но это все останется, как есть сейчас. Тебя мне не забыть. Я не увижу больше блеска этих глаз, и так должно быть. Спасибо большое, что послушали. Надеюсь, вам понравилось. Группа из Подмосковья. Ой, да, высоко для меня стойка поставлена. Город. Город Одинцово, группа 0 метров до неба. Аплодисменты. Но сейчас идет смена подмосковного караула. На сцене представитель не менее славного подмосковного города Лобня. Илья Савицкий, встречаем. Также известный под псевдонимом Белый всадник. Почему же белый? Белый, белый. Все правильно. Добрый вечер. Я хочу сказать, что я очень рад оказаться в вашем городе. Я так получилось, что никогда еще в нем не был. Вот. Сегодня первый раз. Но у меня почему-то такое ощущение, что город этот я
очень люблю. Возможно, это связано с тем, что в детстве я очень много слушал Михаила Круга. Вот. Поэтому спасибо вам, Тверь. По улице возле подъезда уже как 12-й год слоняется небезызвестный. Еще разок. По улице возле подъезда уже как 12-й год слоняется небезызвестный угрюмый зашуганный кот. Его еще в бытность котенка за домом посредь бела дня пинали 4 подонка, одним из которых был я. Не шибкого ради прикола, не броских во имя потех, в нас метил плешивой метлою подвыпивший грязный узбек. Зашуганный по двору несся, в колючие прыгал кусты, искрилась холодная морось 2005 весны. 12-й год, мое детство, никак мне забыть не дает, живущий напротив подъезда угрюмый зашуганный кот. Когда я слоняюсь за домом, подвыпив посредь бела дня, зашуганный снова и снова глядит из кустов на меня. 12-й год моя совесть таится в колючих кустах, искрится апрельская морось, как слезы в кошачьих глазах. Если хочешь все знать, я скажу тебе правду, мой свет. Только ты никому обещаешь ни слова об этом. Дело в том, что ты нравилась мне с незапамятных лет, но совсем по другим обстоятельствам стал я поэтом. Вот буржит школьный двор, мне кудрявых 15 годков. Вот мы курим, стоим за забором, и я извлекаюсь. Из окошка шахи вылетает тоскливый биток. Старшеклассники лапают первых своих старшеклассниц. Я до будки пройдусь и замечу тебя не одну. Рядом Дима Черных, школьный рок-музыкант, забивала. Я бычок прикушу и в сторонку его отведу. И перчатки сорву, и набью ему, суки, ебало. Будет снег, будет смех, будет школьный звонок дребезжать. Будут девочки мне раздавать поцелуи на память. Диме выправят нос, в сотый раз в школу вызовут мать. Завуч скажет, ваш сын, мол, садист, и она будет плакать. Если хочешь все знать, я скажу тебе правду, мой свет. Ты мне нравилась так, что шарахалось все Подмосковье. Но совсем не по этой причине теперь я поэт. Просто ручки мои были с детства запятнаны кровью. Спасибо. Был свет в коричневом вагоне. И я снова забыл, сейчас, одну секундочку, извините. Видимо, нужно было пить немножко меньше перед выступлением. Спасибо. Был свет в коричневом вагоне, опали веки, все прижгло во лбу, и он не сразу понял, что это с ним произошло. Вставали книжные страницы, текла по столику вода, и оступалась проводница, ходившая туда-сюда. Вначале он лишился речи, затем, как пишут, пелена. А есть ли в поезде аптечка? Как нет, должна же быть, была. И все подспудно исчезало. Полутро в ран, развод, вопрос с детьми, безумец у вокзала, так и не выступило слез. Тащите, поздно он скончался. О, Господи, пойдет сыр-бор. Вагон коричневый качался, облитый светом до сих пор. Это август, Юля, после ливней жимолость пролазит за забор. И соцветия сходят, как сходили к Спасу в том году и в позатом. Все сойдет за месяц в огороде. Еще раз, все. Это август, Юля, после ливней жимолость пролазит за забор.
И соцветия сходят, как сходили к Спасу в том году и в позатом. Все сойдет за месяц в саду ли, в огороде где-нибудь в душе. Я смеюсь, а вы молчите, Юля, и клубнику моете в ковше. Все сойдет за месяц, за два, за год. Неужели август? Нет, июль. Льют дожди и много кислых ягод. Сыроватых стров и поцелуй как-то груб, не спел, не в пору сорван, беглый в губы, в самый уголок. И блестит на ямке подбородка тянущейся капли красный сок. Доски и клеенка не протерты, в мисках грязь и желтая вода. Первым долгом выиска в ведерко, лазаешь по залитым рядам. Жил вдовец и вел себе хозяйство, говорят, ни с кем не говорил. Обирал в картошке колорадцев, рыбку нехорошую ловил. До кончины скрытный и несчастный, он как лето полз сюда, а там дочка или кто сдала участок среднеазиатским господам. На столе бокалы и печенье, на затылке обозленный взгляд. На задворках взрослые качели, чуть подует звеньями ремят. Это август, Юля, после ливней, на участке мусор и потоп. Спутаны усы в разбухшей глине и прибит к обочинам укроп. Все сойдет за месяц в осадуле, в огороде, где-нибудь в душе. Растолчется в банках и кастрюлях, перезреет, выпреет в меже. Обобьешь одну другой подошву и откроешь простенький завет, что душа такой же цветень Божий, как и все, что здесь стремилось вверх. Мы сойдем, но это будет позже. А пока дай руку, нежный друг, я всегда держал тебя под кожей. Я как мог держался этих рук. Спасибо большое. Спасибо. Я загорелое лицо над бруствером склонил и увидал в песке кольцо. Спаси и сохрани. Жара спадала, первый взвод контрольный стрелял. Кольцо блестело возле ног, и я его поднял. Перед отбоем заглянул сержант. Слыхали, час назад в 12-м полку стрелялся контрабас. Гасили свет, и в потолок полночи взвод глазел. Пока, когда мой грустный взвод замолк, я на окошко сел. Рычал за лесом БТР, клубился дым свинцом, и я в руках крутил-вертел красивое кольцо. Дурные новости ко сну лишь сплачивают нас. Густую желтую слезу ронял фонарь на плац. Вот следующий, я прям вот уже знаю, что я его забуду. Давайте я, может быть, его где-нибудь поищу. Сейчас, извините, пожалуйста, за вот эти фейлы, как это принято называть сейчас. Так, секунду. Ребят, у кого-нибудь есть телефон с интернетом, а? Хотя бы с каким-нибудь. Ой, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Сейчас, сейчас, я очень быстро, ребят, сейчас. Вот он. Открывайся. Ладно, я попробую так. Кэт, давайте умрем, нам достанется легкая слава. Незаметно вдвоем в глубине заводского квартала, между брюзглых квартир, это будет достойная шутка. Нас не смогут найти, что прекрасно, мой ангел, и жутко. Кэт, давайте умрем, наши фото заметят в газете,
Под косым фонарем он поклонится нам после смерти. Нас полезут искать по сырым подворотням и барам. Вас любила Москва, Кэт, оставим ей вашу гитару. Кэт, давайте умрем. Нет разумнее ухода со сцены. Краской наших имен возвеличат кирпичные стены. Нас узнает весь мир, наши копии слепят из камня. Мы поклонимся им, ангел мой, мы в бессмертии канем. Кэт, давайте умрем вдалеке от придуманных родин. Вновь поглубже вдохнем сырость наших пустых подворотен. Родились же себе недурные поэты, певица в славном городе Эл за 15 км от столицы. До свидания, Кэт, черт возьми, я люблю вас, но это, говорит вам поэт, не советую верить поэтам. До свидания, Кэт, я так рад, что ни дня не встречаюсь среди всяческих бед. Мы, мой ангел, почти обвенчались. До свидания, нас ждет великое время открытий, золотой декаданс, где мы снова друг друга увидим. С до свиданица у нас, с грустной правдой, легкой победой, с вечной ясностью глаз, что бесценнее всего для поэта. Спасибо. Ой, спасибо. Я уже дочитал, я вот еще одно прочитаю. И сейчас. Извините, пожалуйста, за все это. В качестве компенсации я спою песню Михаила Круга любую, вот как вы скажете. Я могу акапеллу спеть. Без проблем! Ребят, мне кажется, мы сейчас просто этим сорвем вечер. Потому что его можно бесконечно петь. Да, шум. Стих называется «Шум». Только я его не вижу. Сейчас будет. Вот он. Ура. Слава Богу, что есть сайт стихи.ру. Там есть вообще, по-моему, все. Даже Михаил Круг. Ideology is everywhere, на родине шум. Приближается шум, продолжается шум. Шум нет Ленин. Шум повсюду, за печью слоняется призрак-шатун. Половицы скрипят, мыши шаркают в груди поленьев. Зренью выгоден шум, в диалектике это объект. Антитезис, ей-ей, шум, по боли того его семя. Все, что есть пред тобой, орган слуха давно опроверг. Можешь вырвать глаза, все равно здесь беспомощно зренье. 10 дней и сентябрь, все погибнет, отечества нет. Все шумит, грузовик легковая, асфальтоукладчик. Шум повсюду в груди, в унитазном бачке, в кошельке, в микрофоне МС, в чреве курвы, за печью, тем паче. Не бывает частей, все на свете едино, все шум. Он твой компас, мотив, одновременно алиби, способ убежать. Бежать от себя, от материи, твой парашют, твой соперник и друг, твой приход и смертельная доза. Пошумим, пошумим, ибо присно нам в родине жить. Пошумим, хорошо пошуметь вечерком на террасе, или утром в кафе, или днем на сиденьях машин, или ночью шумя бултыхаться верхом на матрасе. Так в колодец плюют, забывая про физику, так на восточных волнах в легкой шхуне вздыхает славянка. Наши предки мудрые, наша Азия тонет в стихах, затихают умы, только горло одно наизнанку. Шум повсюду в садах, где обедая пчелы хребят. Шум повсюду в цветах, в гладиолусах.
розах, ирисах, флоксах, шум в канаве, в мостках, через эту канаву в полях, в синеве тракторов, шум повсюду, и это так просто, шум в ударах копыт, от которых крошится земля, шум в тычке каблуков, а родную мощеную площадь, шум в родителях, в детях, в любовницах, в женах, в друзьях, шум во мне, шум в тебе, я стучу, бьет копытами лошадь, шу-шу-шу, это кто-то клянется кому-то в любви, шу-шу-шу, это мать причитает над умершим сыном, шу-шу-шу, это банк выдает ипотечный кредит, шу-шу-шу, это пьянь у студента стреляет на пиво, приближаю тебя, дорогое безмолвие лет, дорогая волна, что качает славянскую шхуну, 10 дней и сентябрь, все погибнет, отечества нет, прихожане сложили тела, это выгодно шуму, шу-шу-шу, это Бог бесконечно страдает за нас, шу-шу-шу, это дело ныряет в объятия духа, боже мой, оглянись, сколько здесь рифмоплёдствия глаз, зренье ты не чета бесконечной поэзии уха, значит, шумом пора насладиться без букв, без цифр, без оттенков, без форм, без объемов, без линий, без точек, даже в кладбище шум, за оградкой шумят мертвецы, шумно в плитах, в гробах, на крестах, в фотографиях, впрочем, пошуметь от души тоже нужно, конечно, уметь, пошумим, пошумим, кто сильнее, кто звонче, кто громче, пошумим, ну жену мало ли сколько осталось шуметь, пошуми, твою мать, пошуми, пошуми, Ава, отче, шу-шу-шу, будь смелей в этих нещекотливых делах, шу-шу-шу, не робей под большими глазищами века, шу-шу-шу, это рай, обращается медленно в ад, шу-шу-шу, человек потерял навсегда человека, это жизнь, да, пожалуй, наверное, все-таки жизнь, преклонись перед ней, преклонись, пусть она будет выше, только жизнь не молчит, не молчит, жизнь все время шумит, будь таким же, как жизнь, пошуми, пошуми, да шуми же, шу-шу-шу, 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 никого, ничего. Наша родина застлана храпом царя лицемера. Но политика шум, а история эхо шумов. Значит, близится шум, ideology is everywhere. Спасибо. Вот, ну, я, наверное, спою тогда одну песенку Михаила Круга, и я отсюда уйду. Да, вы знаете чего, у меня вот есть с собой гитара, но она не подключается. Скажите, пожалуйста, можно ли мне отсюда вот какую-нибудь взять гитару? Спасибо вам большое. Давайте поддержим этого человека. Михаила Круга в Твери так сложно. Ну так чего мы споем? Если что, я там, по-моему, все знаю. Спасибо. Ну так что мы поем? Девочку Пай поем? Ну, вы сами натасились. Тебе было столько желаний, и месяц над нами светил, когда по Малаве, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ головой, когда я сказал, что отнял эти розы в киоске на Первой Ямской. Было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка Пай, рядом жиган и хулиган. В нашей Твери нету таких, даже среди шкур центровых. Девочка Пай, ты не грусти, ты не скучай.
цветы просадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый ментовская рожа домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на трехсвятской твоим нас с тобой рисовал. Давил, что ты станешь подстилкой кабацкой, с чаем полторта сожрал. Было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка парень, рядом жиган и хулиган. В нашей двери нету таких, даже среди шкур центровых. Девочка парень, ты не грусти, ты не скучай. Отца шепотная мамаша, как утка тряся потроха, тебя провожала по улице нашей, папаша привел женишка. Но как-то под вечер в подъезде к нему подкатил я слегка. Он нес себе розы, а я ему съездил от всей души с левой конюка. Как было тепло, что нас с тобой не вместе свело. Девочка, пай, рядом жиган и хулиган. Спасибо! Знаете, но после такого я не знаю, чем мне отвечать. Хотя на самом деле я отвечу. Нет, петь не буду, не пугайтесь. Старенькое стихотворение. Ну, во-первых, да, давайте еще раз поаплодируем. Илья Советский, Иван Жигерович. Я думал, он выбежал кланяться, но нет. С него станется. Я сыплю стихами, как будто дрожже. Бросается сытый малыш. Я сыплю стихами в крутом вираже, который иллюзии лишь. И рифмы, как сыпь, застилают чело и бок. Зарядил судьба мед. Если бы я уродился пчелой, то вряд ли я делал бы мед. Я вышел бы прочь, пчелиный чиллаут, и пил бы всю ночь напролет. Наверное, я, потому не пчела. В общем, и мед. Спасибо. Приглашаем на сцену следующую участницу «Содового четверга». Елена Газуар пишет с юности, 3 года назад вышла к людям. Прямая цитата: «Дверь моей души не надо выламывать, она открывается на себя». Встречаем. Пришла моя очередь. Всем здрасте. Елена Казуар. Казуар — птица такая, большая, крепкими ногами и с рогом на голове. Я сегодня приготовила вам несколько, парочку частушек и немножко серьезно. Много времени у вас не возьму, но хочу, чтобы все-таки вы были со мной эти несколько минут. Буду подглядывать, чтобы все-таки меньше волноваться. Вообще, я как бы застала эпоху Ельцина. Вот. И порой себя чувствую немножко неловко в компании молодежи, но все-таки я с вами. Но на эту тему несколько слов. Частушки. Я взрослею с каждым днем. Это, Люб, пипец как страшно. Мир большой, но тесно в нем, если ты поэт вчерашний.
набирают обороты современные чтецы. Их колбасит до блевоты от энергии ци. Для таких, как мы с тобой, с каждым днем все меньше места. Скоро сложат нас в отбой. Стало пися сердце вместо. Радость жизни, что для нас-то? Это песня, дом и сад. Любовь, что плед так нас-то? И пьянящий виноград. Тут айтишники рулят. Мы не тянем запчастями. Вынос мозга нам сулят. На покой, вперед ногами. Ведь у них другое счастье, если есть оно вообще. Принимать в таком участие, как чертей варить в борще. Нынче что ни напишу, получается частушка. Раз на рэп не подхожу, буду вредная старушка. Следующий тоже как бы частушки хотел. Можно даже по ролям было вас любить как-нибудь спеть. Ну, порепетируем как-нибудь. Называется «Свой», про своего, девчонки. Своего почуешь холкой, бабьи веды говорят. Посиди пока в сторонке, не гонись за всем подряд. Свой, он тоже ведь охотник, жертву чует за версту. На тебя, коль встанет шерстка, перероет всю инсту. Не сдавайся же без боя, ноги в руки и беги, чтоб понять, чего он стоит, выноси ему мозги. Утро доброе напишет, доброй ночи, как контроль, фото в спущенных штанишках, эротический пароль. Он тебя разбудит лайком, ночью или в 5 утра, пожалеешь, негодяйка, что в субботу не дала. С ним пробьет на смех и слезы, и на блинчики с метком подойдут любые позы, лишь бы сны смотреть редком. Обострится осязание, восприятие, мир как будто расцветет. Это нужно для зачатия, чтобы в жизнь пришло дитё. Брачный кипиш ненадолго, бабьи веды говорят. Проведет любовь иголкой кукла вудовый обряд. И начнутся снова будни, тут и сказочки конец. Собирай-ка с пола слюни и иди варить супец. Спасибо. Есть у меня такой бабий манифест тоже в продолжении темы. Если кто-то, ну, может быть, пришел сюда за вдохновением, а это вот такая боль души. Называется «Мирный фронт». Иван сказал: вот потому он никогда не женится. Неважно, в общем, почему. По мне так бабы-пленницы. Мы по инстинкту добровольно идем страну свою спасать. Кто официально, кто подпольно. Детей России поставлять. Стремимся замуж, как когда-то шли наши бабушки на фронт. И были в юбочках солдаты, и брали в руки пулемет, и погибали молодыми. А нынче мирная война. Мы на себя, в семью взвалили и закусили у дела. Спина в поту и стерты пальцы. А ну даешь стране угля, чуть научившись целоваться, двоих с испугу родила. Пусть жизнь, как кирзовый сапог, и денег вечно не хватает. Потеря крови валит с ног, и нет надежды на медали. Зато при муже, при детях есть цель и смысл существования. Не то, что дуры в соцсетях порочат женское призвание. Повысят в звании меня, что значит на работу можно. Погоны выдадут и пня, ведь совмещать совсем не сложно. День на работе, как в окопе, не разгибаясь, провожу. Лишь успеваю выпить кофе и всем патроны подношу.
потом домой, как на работу. Из супермаркета снаряд в одной руке тащу, а боты в сугробах тонут. Мой наряд уж никому не интересен. Да потому что боевой. Чтоб шаг уверен был и весел, иду с поднятой головой. Но никого уже не вижу. Лишь только попаду домой, мой пес, конечно, боль залижет. И я на кухне встану в строй, кухаркой, медсестрой и прачкой, и доброй няней быть должна. Так и воюю за подачку под гордым званием жена. Мой фриц сидит, закинув ноги на табуретку у стола. Сама ж хотела в плен. В итоге и разгребаю все сама. И чтоб совсем с ума не спятить, когда в постель меня ведут, как партизанку на распятие, молитвы не снимаю с губ. И свято верю в долг отчизне, супругу отдавая долг, живу в блаженном оптимизме. Чтоб глаз любви в семье не смолк, лишь сплю и вижу детство, маму, закат и ласковый прибой. Перевяжу потуже рану, ведь завтра утром снова в бой. Спасибо, я надеюсь, вы правильно поняли. Я за то, чтобы люди дорожили друг другом и помогали. Берегли. И об этом мое следующее стихотворение. Немножко об этом. Про то, что хватит страдать. Отключайся, Ленок. Отключайся. Отучайся страдать. Отучайся. Надевать кандалы на запястье. Прирастать иссушающей страстью. Виться телом, как жадным плющом, прятать душу под черным плащом. Мир мужчин, он немного жестокий, суховатый, глухой, неглубокий. Ну их в баню, слови непокорный, будь капризной, нелепой и вздорной, прекрати над собою грабеж. Вспоминай, для чего ты живешь. Не свивай из веревок объятия, не носи откровенные платья, не ищи неокрепшую душу, этой плетью себя же задушишь. Выковыривай рабство из-под. Подсознание вскрой, как живот. Задыши гордой, трепетной грудью, даже если за это осудят. Говори то, что думаешь, просто. Хватит крылья носить, как коросту. Отмокай постепенно в любви. Не беги от себя, а люби. И еще очень важное послание. Я как бы не устану проповедовать любовь. Вот. И я считаю, что любовь — это и есть Бог. Вернее, Бог — это любовь. Вначале было чувство, и чувство было у Бога, и чувство было любовь. Одни, как подарок, несут себя миру, другие воруют себя у него. Здесь только ленивый не трогает лиру, и только блаженный не треплет перо. В начале всего, говорят, было слово, но слово давно кем-то искажено. Чего не скажи, все давно уж не ново. По-моему, глухонемым повезло, они беззащитные.
как малые дети. И молча, как птицы, встают на крыло. А может, они всех мудрее на свете и знают такое, что нам не дано. Чтоб чувствовать жизнь вместе с ритмом планеты, вдыхая вкус хлеба, травы и вина, не надо учиться курить сигареты, да и набираться большого ума. Одни из протеста морают заборы, другие за деньги рифмуют слова. Кому-то любовь закупорила поры, кому-то от рая ключи отдала. А я вот считаю, что нас обманули. Сначала не слово, а чувство пришло. Оно исходило от Бога. Ему ли не больно смотреть, как мы топчем его? Спасибо. Ваше молчание тоже приятно. Аплодируем Елене Казуар. Что вы говорите? Вот мне показалось, что вы что-то сказали мне, нет? Нет? Ладно. Ну что ж. Еще один музыкант, который сегодня здесь уже был на этой сцене, которого я дважды неправильно назвал по фамилии, но сейчас назову правильно. Он лидер группы «Неврастения». Его зовут Станислав Лагутенков. Давайте поприветствуем его. Теперь все получилось правильно. Он не ударит мне гитарой. Будет во второй песне. Можешь сказать, как твоя фамилия правильно звучит? Лагутенков. С В на конце. Обязательно. С В. А можно, пожалуйста, гитару включить?
Как дела у тебя? Отлично. Что делаешь? Читай пока стихи. Читай стихи? Да, да. А ты мне потом время урежешь на песне. Ты меня слишком хорошо знаешь. Так что нет. Ладно. Сегодня без стихов. Я их не репетировал. Почему-то, когда выхожу выступать, очень часто происходят всякие странные ситуации. То гитара акустическая звучит с дисторшеном, перегрузом, то вот теперь звукочеловек куда-то ушел и не включает гитару. Поразительно просто. Особо нет, поэтому первая песня называется «Табуретка, веревка, стол». Что нам делать с тобой с утра? Что вышел какой-то долг? Я не знаю, совсем беда. Табуретка, веревка, стол. Посмотри на поверхностные мысли, подрочи, а потом займись ты чем-нибудь, чтобы было весело, но не суть. Лишь бы нам по-прежнему было круто, лишь бы нам по-прежнему было в кайф, лишь бы нам по-прежнему было круто, лишь бы нам по-прежнему было в кайф. Когда вчера мы глотали колеса снов, а под утро пришла беда, словно вышел из слов исток. На пластмассовые лица посмотри, на поверхностные лица потрачи, а потом займись хоть чем-нибудь, чтобы было весело, но не суть. Лишь бы нам по-прежнему было круто, лишь бы нам по-прежнему было в кайф, лишь бы нам по-прежнему было супер, лишь бы нам по-прежнему было. Что нам с тобой сегодня нужно? Выбитые пробки, к черту жизнь. Выбитые пробки, к черту жизнь. Выбитые пробки, к черту жизнь. Лишь бы нам по-прежнему было круто, лишь бы нам по-прежнему было в кайф, лишь бы нам по-прежнему было супер, лишь бы нам по-прежнему было в кайф. Разорвал планшафт.
прости. Здесь с тобой остаться вроде есть еще один шанс съебаться. Кто-то не доплыл, кто-то не проснулся, кто-то не забыл, кто-то не вернулся, кто-то был не прав, кто-то сделал выстрел, разорвал планшат этих странных мыслей. Но я стою, я опять во сне, но не видит ток из оранжевей. Душа сияла, он еще не знал, что не к добру.
Я не знаю, что она там сказала, но эндорфин пляшет в его мозгу. Сорванные фрукты, конец истории, связанные руки, липкий сок. Можно потерпеть, ведь не так уж больно, но едва попробуешь, не готов. Станислав Лагутенко! Вы еще раз на этой сцене! Так, ну что же, и мы финалимся. Ну что, ребята, как вам вечерок-то? Как вам сотовый четверг? Это правильный ответ. Мы доходим до последнего раунда.
это стойкий боец, и вы все стойкие бойцы. Спасибо всем, кто остался до победного конца. Максим Раевский и группа. Группа, да? А, все? Без группы. Максим Раевский. Один. Один поле воин. А? А, говорят, что будут еще люди. Поступает разная информация с фронтов. Максим Раевский, аплодисменты! Всем привет. Так, сейчас немножко попримиряюсь, потому что, чтобы у вас кровь из ушей не потекла, когда я буду громко говорить. Так нормально, если... Или чуть подальше лучше в микрофон говорить? Нормально? Давай! Ну, с Богом. Добрый день! Здрасте! Разрешите представиться, я городской сумасшедший. И вот вам мои обстоятельства. Наше настоящее — это просто поезд сошедший. Да, мы стали другими, теперь не мчим по накатанной. Наша дорога, к счастью, выглядит несколько витиеватой, залатанной, помятой, залатанной. В эру больших потрясений и катастроф, пока поезд летел в тартарары, мы говорили, нужно себе время, надо подождать до поры. Верили, что все обойдется, добро победит и злу задаст хорошую порку. Предали свои интересы и в своем вагоне-купе просто задернули шторку. Эй! Я городской сумасшедший. Я меняю свои лучшие годы на квартиру в ипотеку. На вечное недосыпание, недосказанность, лекарства в аптеках. Хороший обмен, правда? Вот только иногда внутри кто-то воет. Ну да, вру. Себе вру. Другим вру. Надо подождать. Потерпеть. Но я не раб. Я воин. Правда, уже непонятно, где мои желания, а где навязанные ценности и маскульт. Рожденный в супермаркете, акции, скидки, два по цене одного и инсульт. Таких не скоро найдут. В этой куче пластика и новогодние мишуре за 19 рублей. А всех сильных и неподвластных ночью под благим предлогом заберет Варфоломей. Эй! Я городской сумасшедший. А за мной миллионы людей с потухшими взорами, сбитые из курса, следят за курсорами или сидят в телефонах и свайпуют в стороны. Смотрят, как лентой вниз проносится вся их никчемная жизнь. Армия пустоделов. Я среди них. А вокруг распродажи, теракты, массовое безумие. Я случайный свидетель в центре внимания, на пике вулкана Везувия. Делаю то, что у меня так хорошо получается. Любуюсь собой сквозь маленький экран телефона. А все, что вокруг, не важно, шум. Но важен лишь я, зацикленный на себе эгоцентрист из спального района. Мне не хватает слов. Мне не хватает звука, чтоб рассказать, насколько тесно мне в этом мире. Я как ведущий на федеральном канале, в прямом телеэфире. На это табу здесь острая тема, лучше бы обойти. А то покрывает цензура. Этот ведущий мог стать звездой. У него отличная подача, харизма, фактура. Но, увы, сгниет в клетке своего конформизма и послабления. Навсегда оставшись в этом вагоне, в бездействии и лени. Так, теперь стихотворение такое, передышка, не знаю, для меня передышка, оно называется, сейчас какое-нибудь придумаем. Вредные привычки. Привычка умирать по понедельникам, а воскресать по пятницам. Привычка отключать голову и вместо нее использовать задницу. Да, обыденно, просто и скучно, зато в тепле и уюте. Роль капитана явно не по зубам, но можно же отсидеться в каюте пассажиром по жизни. Растет список дел, груда вещей, фильмотека. Огни большого города не скроют темноты маленького человека. Отчетливо понимая, что с пустыми руками нельзя, стыдно перед собой, при этом охотно, улыбаясь во все 32 гостям, идти с пустой головой. Привычка не обременять себя мыслями. Закинуться музыкой в уши, выпасть из этой реальности, словно выкинутая волной рыба на сушу. И в принципе, можно было бы написать еще с десяток строчек. Но, увы,
привычка перескакивать с одного на другое и бросать все, не закончив. Огонь, вода, медь, мессенджер и социальная сеть. Тебе не хватает моей заботы, а я по уши погряз в своих. У счастья нет ограничений, но почему-то его так мало на нас двоих. В какой-то момент удается себя обнаружить среди пыльных вещей в кладовой. Выйти наружу, на свет, выход вроде логический и простой. В эру новинок и технологий как-то проще выкинуть, чем починить. Каждый день есть 24 часа, чтобы найти путеводную нить. Пройти огонь, воду и медь, а потом мессенджеры и социальная сеть. А моя социальная сеть — это взять тебя за руку и чуть больше хотеть. Так. Последнее стихотворение у меня называется «Избранный». Я его вот буквально 3 дня написал. У него есть второе название «Помоечная роуд-муви». Не знаю. Ну, «Избранный» звучит прикольней. Так, у меня прям реквизит заряжен, так что я прям вложился деньгами, так что сейчас. Ну, вы оценили, да, мои инвестирования? Нормально? Мне казалось, я избранный и могу выйти из матрицы. Но подруга сказала, пойдешь куда? Выкини мусор. И вот стою у подъезда с черным пакетом в ранний вечер пятницы. Потенциальный герой, не злодей, не абьюзер, серьезно. Я даже готов возглавить какое-нибудь министерство или правительство, например, по контролю за вторниками или средами. Буду писать эти ваши прошения. Эй, среда, приходи вовремя, но не переусердствуй. Еще чтоб отпуска почаще, чтоб кормили сытными обедами, само собой за счет государства. А как иначе-то? Да что так холодно? В шлепках ноги мерзнут, холод собачий. Где там мусорный бак? Надо завершить миссию и дело с концами. Жизнь игра, а я типовая конструкция с руками и ногами. Здесь графика на высшем уровне. С картинкой все отлично. Достаточно посмотреть, как голубь пьет из лужи. Реалистично. Ничего не подвисает, кроме идиотов. Да и геймплей неплохой. Правда, цель игры пока непонятна. Наверное, нужно ринуться в бой, как полагается, бороться со злодеями и врагами. Но быть аккуратным. Почки беречь, чтоб не отбили их сапогами. Со смыслом игры пока непонятно, но на сегодня задача ясна. С мусором все, по пути обратно хлеба купить. Да господи, какая ветреная весна! Спотыкаясь по кочкам условностей, в стильных шлепках лечу вперед. Я свободный, как голубь, пьющий из лужи. Хочешь из этой, из той, а хочешь вообще лежи лед. Я свободный, я избранный, и могу выйти из матрицы в любой момент. Ну, просто сейчас не хочу. Сейчас на кассе я в продуктовом, клиент. Что, пакет нужен? Нет, спасибо. А куда вы положите хлеб и паштет? Ты что тебе от меня надо? Хорошо, это резонно. Давайте пакет. А вы собираете наклейки? У нас как раз новый набор ножей. С ним вы будете чувствовать себя комфортно и готовы к встрече с незнакомцами у гаражей. Яркий бейджик со словом «Галина» поднялся стремглав и пронзительным басом сказал, взяв меня за рукав. И еще, выходя на улицу, будь осторожней и смотри по сторонам. Всегда есть тот, кто норовит проехаться по твоим кислым щам. Вот эти вот философские уроки из продуктового, они как-то всегда не кстати.
Так, жизненно необходимое со мной, пакет, хлеб, уведомление об оплате, снова шлепки, лужа, ветер, заброшенный дом, кочегарка, кусты, какое-то тело на теплотрассе. Морфеус, ты? Мой побег из матрицы не закончен, но... Сейчас, пару секунд. Мой поход из матрицы не окончен. Вокруг все так же весновато и лужно. Ежедневная роуд-муви с вознёй и борьбой, чтоб понять, что же мне нужно. А я хочу делиться никому не нужными знаниями, сидя при этом на краю, свесив ноги. На краю мироздания. Спасибо. О, вот человек под мой уровень уставил. Это приятно. Под мой уровень звучит двусмысленно, да? А, Максим Раевский. Ну, чё-то как-то... Громче поддерживаем поэтов, которые выступают в конце. Это тяжело. И я отвечу на последнее стихотворение Максима своим. Ну, такое мне отозвалось. Я был вчера в супермаркете «Старость» и долго между рядами бродил. На полке было много пустой тары, а в полной таился какой-то ил. Любовь там лежала рядом с открытками. За надежду... Ой, ну вот я, видите, тоже взял тренд, стал забывать. Это да. Проклятый стул. Это проклятый стул. Поменяй. Горячий стул, да. А это жидкий стул, мы не будем его показывать. Ладно, хорошо. Давайте лучше позовем все-таки следующего человека. А я постараюсь вспомнить. Этот следующий человек. А, у меня же есть шпаргалка. Шпора, как мы говорили в свое время. Так, та. Но она не та. Это... Он сам придет. Ладно, Иван мне Зуев. Семен! Мне Семен! Да рано, рано. Воу! Мне Семен! А не я? Я пришел. Так и было задумано это перформанс. Я пришел с других переулков, заглянул с незнакомой вам улицы, там, где я еще жив и мечты, да и небо там реже хмурится. Там нет вечно гудящих машин, да и ночи там не так ярко светятся. Там возможно достигнуть вершин, хоть порой в это не верится. Там живут такие же люди, но у них нет такой суеты. Да, я родился в стенах столицы, но сегодня я из Твери. Добрый вечер, Биг Бен! А с вами Ваня Зуев, тверской поэт из Москвы, точнее, родившийся в Москве. Ну что ж, не буду оригинален, кто-то читает наизусть, кто-то читает по листикам, вот. Я ленивый, как и большинство мужиков, вот, поэтому что-то по листикам не выучил. Знаете, мужик же он по природе своей создание очень ленивое. И по той же самой причине весьма неприхотливое. На охоту идет, если нечего жрать, на диване валяться блаженство. И готов он об этому миру кричать, его жизнь почти совершенство. Но вот природа и творец сказали, по кайфу живешь ты слишком. И долго думали, гадали, и в голову пришла мы слишком. И вот поднимается жопа с дивана, мужик за великой идеей идет, мотыгу свою достает из сарая, а влюбился мужик, и теперь его прет. И так незаметно проходят недели, а мамон все тот же, доход не растет, и щи каждый день уже надоели. Любовь, по словам, ведь 3 года живет. И прет недовольством все разговоры, и бедный мужик теряет азарт, а годы прошли. Остались лишь ссоры, и время уже не воротишь назад.
И как обычно в конце пояснение от автора этих комических строк. Любите друг друга, ведь это спасение. А взгляда с дивана на потолок. Спасибо. Ну вот одно из новеньких, который поленился выучить. На самом деле хотелось бы поблагодарить Сашу еще разочек за организацию этого вечера. Похлопаем! Как было сказано в начале вечера, каждый слушатель найдет своего исполнителя. Вот, и любой человек, стоящий здесь, является для кого-то маяком. И вот следующие строчки об этом. Бывает трудно свет нести сквозь бурю бытовых невзгод и подниматься и расти из раза в раз, из года в год. Быть ориентиром для других, сквозь шторм стараться не угаснуть и стать своим среди чужих и просто в радость жизнь раскрасить. Искать свои пути и тропки, быть не похожим, не как все. И пусть порой очень робко менять устои на земле, быть маяком или просто светом, чтоб тронуть душу изнутри. Порой это так непросто, но лучший стимул, чтоб идти. Очень приятно, спасибо за ваши аплодисменты. Следующие строчки, они не на вы, но они знаете о чем? Как-то давно, года три назад, меня одна знакомая спросила: слушай, Вань, говорит, вот когда перестала быть модным поэтом? Ну вот как бы был Есенин, там, да, вот Серебряный век, там Пушкин, Золотой век. А сейчас что-то как-то, а я говорю, да поэтом перестало модно быть. Друзья, я умоляю, эта фраза бред. Поэт извечно будет жить, а мода, повторюсь еще разочек, бред. Да, нынче барышни не побегут и восхищаться вряд ли будут рифмой, но знайте, что поэты не умрут, пока любовь витает над планетой. Пока несправедливость управляет толпой в карманах, что сжимает кулаки, поэт все в строчках воспевает. И оголяя правду, подавляет миражи. Поэт, ведь это уличный писака, в шоу-бизнесе ему не будут рады. Ведь всем приятнее, когда без мрака и голым задницам вновь раздают награды. Но вы поверьте, голос будет слышен, и правда жизни выльется в окно. Весеннюю капелью с крыши, когда всем нам не будет все равно. На этот стул, а у меня шпаргалочка есть, я не буду забывать. Это коварный стул. Я понял, коварный стул. Ну и давайте еще парочку строчек, наверное. Это строчки этого года, вот буквально там несколько дней назад написанные, они называются «За край». Я открою новую дверь, наугад подобрав пароль, я скажу себе: просто верь, тебе выпала важная роль. Не смотри на минувшие дни, не вернусь мгновение назад. Разожги пред собой огни и не бойся грядущих преград. Направляй и веди за собой. Созидай, восхищай, удивляй. Стань великой, сильной рекой. Покажи, как проникнуть за край. Вот. И последние строчки, которые я хотел бы сегодня прочитать, они называются... Что вы обо мне вспомните? Вы сегодня мной восхищаетесь, ну а завтра вы распнете меня, аплодируете мне, улыбаетесь. Завтра вспомните едва. В этом нет ничего необычного, всех подобных ждет участь сия. А поэтому ярче привычного, если можешь, сегодня сияй. Восхищай, коли вышел на публику, плечи шире, глубиннее вдох. И открой уже новую рубрику «Я хорош, я красавчик, я смог». Вдохновляй, пока это можется. В строчке опыт жизни сложи. Может быть, у кого-то сложатся твои ямы в обход обойти. И пускай завтра не вспомнится ни твой стиль, ни ломаный слог, но в душе семя посадится, что со временем выдаст росток. Значит, все твое не бессмысленно, даже если не вспомнит тебя. Все, что ты передал мысленно, будет греть день ото дня. Спасибо, Ваня Зуев. Поэт уже боятся, что я накосячу, говорят сами. Но, тем не менее, я повторю, это был Иван Зуев. Давайте еще раз поаплодируем. На сцену приглашается Бухтей и группа Playton.
Здрасте. Я тут немножко перепутал. Это было частью перформанса, то, что было до выступления Ивани. Я просто думал, что моя очередь. Накладочка вышла. Так что начну заново. С элементом перформанса. Послушайте, пожалуйста, вдруг кто-то что-то услышит. Мне жмёт! Мне жмёт! Мне жмёт! Мне жмут ботинки, жмут улыбки, жмут ваши льдинки нервных глаз, жмет скупость фраз и грубость мата, душевный смяток анастас. Обвал, погром, мне жмут все чувства в моем сыром отходнике, на сквозняке любви мне пусто. Любви не густо в бутике, мне, где все расставят на продажу. Мне жмет весь ваш отдел продаж, ценой объявят душу вашу, за вещевой весь эпатаж. Мы фарш, мы фарш, мы фарш, мы фарш! Не жмет ли жерло мясорубки? Не жмет ли молки механизм? Зачем мне тело? Ради куртки. Ради вещей вся эта жизнь. Мне жмет такое. Все пустое. Но и в покое мне все жмет. Мне так же ровно жмет простое, как жмет то, что наоборот. Мне жмет мой рот. Мне жмет народ. Жмет телевизор. Жмет реклама. Продайте визу мне в нирвану. Мне жмут религии. Жмут книги. Вериги, стыки и нестыки. Мне жмут интриги. Государство. И слишком ровные убранства. Мне жмет пространство, жмет отчизна, корона, царство, глаз и линза. Жмет малость смысла в постановке моей сноровки быть живым. Мне жмут уловки, жмут страховки и давит в глотке весь ваш дым. Что мы пускаем? И впускаем, и так в тумане и живем. И ничего не замечаем. Довольны собственным жильем, жульем, жульем, что мы жуем? Слова, что не сказали близким, а все спустили на тряпье. Вы мумии. Я мумиё, вотрусь лекарством в душ мениски. Я удалюсь не по-английски, скажу прощай всему, что жмёт. Но не способен этот рот так говорить, чтобы я сменил прописку. Останемся тянуть свою ириску и на педальке осторожно сжать. Нам будет сжать очко, но жить без риска, ведь все равно, что просто умирать. Глаза открою и развешу уши не для того, чтоб что-нибудь купить, а для того, чтобы увидеть душу, которой жмет не обувь, а жмет быт. Жмет сбыт, жмет вид на жительство в каморке, по сути, морге собственных вещей. Мне жмет на взрыв количество уборки в черепной коробочке моей.
Я не светлей, умней, хороший. Я тоже мясо, кости, кожа. Я тоже все купить пришел. А потолок бьюсь и об пол. Ищу любовь, жмет ненависть. Ищу любовь под перепись. А небо говорит, окстись! Искать любовь не торопись, тут хоть со всеми переспись. Потратишь жизнь, спасет лишь мысль. Как мне открыть свою витрину и все на ней раздать, что есть? Хочу любви без вазелина. Любовь не вся вот эта жесть. Жмет скупость, жаль быть милосердным. За даром весь товар сметут. Но быть скупым равно быть бедным. Берите все, что есть вот тут. Но жмут сапожки, жмут шнурки, нам жмут подошвы и носки, нам жмет белье, нам жмет семья, нам жмет мое, твое, жмет я. Жмет добродушие, жмет слава, жмет ретушь наша и дубрава, телес, словес и катакомбов, где выжег секс ядреной бомбой. Любовь, ей не оставив места, и вновь мне тесно, тесно, тесно. Мне жмут обычаи, устои, а пар жирный в перегное перерастает в паразита. Не жизнь, а гниль и волокита. Но мне и вновь сжимает сердце. Я так привык привычным греться. А тут искусственные лампы, на всем поставленные штампы, мощь электрических каминов не заменяет мне очаг. Я не могу найти рычаг, который сжать, чтоб не давило спину, ценой укладов, жестью новых фишек. Во мне все смято и почти не дышит моя чувствительная кожа. Мне этот воздух жмет, похоже. Хочу пойти дышать, дышать и плакать. Хочу покинуть этот магазин. Но включен электрический камин, и высыхает внутренняя слякоть. И я сижу, и мне не жмут ботинки. Дадут мне скидки на то, в чем уже хожу. Любовь оденет паранджу, собрав с мира по нитке. Терплю убытки, ими сам себя гружу. Как лис дрожу, как ослик плачу. Освобожусь, пойду, потрачусь. Если кто-то купит это, во мне раскрыв нутро поэта, мне станет легче весь мой груз. Вот это парадокс, конфуз! Я продаю любовь и вкус к свободе, истине в витринах, которым чуждо это все. Хочу любви без вазелина. Но сам ведь смазал же ее с помощью рифм, такой подачи. Любовь же любит тишину. Вы покупайте, но не надейтесь здесь на сдачу. Скажите ближним, безвозмездное. Люблю. Я вас люблю. А еще я люблю своих корешей из группы Playton, которые сейчас появятся на этой сцене.
Нам похер, мы будем играть, как будто тут полный зал. Если у кого-то есть такое же настроение. Нам уже похуй. Если всем, тому, кому уже похуй, вообще подходите и отрывайтесь. Нас мало, но каждый это сила. Глазами мир подбираю любви калибр, точной дозой из нужных слов. Спицы сердца, свет и любовь, будут расширенные зрачки в уме прожекторами ночи. И в так вселенной ритмичный пульс. И я надеюсь, от любви старчусь. Мама, я старчусь. От любви старчусь. Лечу, лечу. Мама, я лечу. От любви кончу. Пусть разносится по крови, не сдержать экстатичный крик. Кто-то пишет всю жизнь Майнкрафт, а я трачу ее на кайф. От моих мыслей, желаний, дел и обдолбанных мной людей в закодированных городах. В двери мой наркотик во мне всегда. Теплые, вы живые, вы охуенные. А у нас для самых горячих
Thank you.
вижу рябь. Я вскоре выйду из матрицы. Выход не значит, что я куда-то уйду. Я буду есть и пить, и даже трахаться. Но есть, пить и трахать отныне начну пустоту. И вы все выходите из иллюзии к любви. Уходи!
Не, ну как бы, если вы не хотите, мы можем уйти. А нет! Спешл для Любы и Соды. Нет, спешл для Соды.